Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Resident Evil 3, ну или же Resident Evil 3 Remake, как он правильно называется, на Xbox Series S. Весит игра 22 гигабайта ровно. Давайте запустим, ну и посмотрим, как работает у нас Resident Evil 3 Remake. Работает при разрешении Full HD и 60 кадров в секунду. В скором времени Capcom должны выпустить патч под Next Gen обновление с рейтрейсингом и повышением как раз таки разрешение. Ждем, в скором времени это выпустят, ну а пока посмотрим, как выглядит на данный момент у нас третий резик. Честно, проходил я эту игру именно оригинальную, раз, наверное, 5-6 полностью проходил. То есть, игра интересная, мне третья часть почему-то больше нравится, нежели вторая. Поэтому, я думаю, может быть, эту часть как раз таки пройду, когда выпустят этот патч. По поводу вообще настройки, язык, так же, как и в предыдущем, во втором ремейке, там, Resident Evil, только английская озвучка и русские субтитры. Звук это тут вот, можно поставить как хотите. Экран здесь, смотрите, яркости выставил так, так и вот так. И зона видимости у меня выставлена на максимальную. Обучение включено, интерфейс включен. По поводу камеры, я выключил дрожание камеры, оно мешает. Да, ну и поле зрения здесь выставил на максимальное. Управление по стандарту, давайте поиграем. Сюжет. Сразу же хочу поблагодарить также подписчика своего NixLenix за предоставление своего аккаунта с этой игрой. У него здесь игра пройдена, мы начнем новую игру. И давайте упрощенный. Смотрите, в упрощенном режиме автонаведение, часть здоровья восстанавливается автоматически, враги слабее, вы начинаете игру со штурмовой винтовкой, вы создаете больше припасов. Стандартный режим и хардкор, враги сильнее, предметы боеприпасы попадаются реже, вы создаете меньше предметов. Я вроде на всех, на всей сложности проходил именно оригинальную. Давай, упрощенный, пусть так, почему бы нет. Не рассказывали про игру, что это совсем разные игры по сюжету. Нет, сюжет там плюс-минус одинаковый, а вот геймплей очень сильно отличается. Давайте это мы пропустим. Мы это смотреть не будем, да. Отлично, где это мы, кстати, появились, мне вот интересно. Там-то я знаю, где я начинаю игру. А здесь, где я игру начинаю? Да можно как-нибудь пропустить? Да, я не хочу катсцены эти ролики смотреть. Ну, блин, совсем, вот совсем разное все. То есть здесь игра сильно отличается от оригинальной части. Да, все. Но здесь мы, кстати, от первого лица почему-то. Очень странно. Графика здесь, кстати, более чем хорошая. Full HD 60 кадров в секунду, но все равно текстурки какие-то, знаете, мыльновастые. Смотрите, отражение даже есть. Ты посмотри, как красиво, а? Зеркало, класс. Давай закроем. А то вода тут у нас течет, он глок лежит рядом. Кровь закапала откуда? С головы, наверное. А, с носа? Ой-ой-ой-ой, давайте мы это пропустим. Нам геймплей важен. Геймплей. Это тоже пропускаем. А, это уже все, это уже геймплей. Так. Еще 3 дня, и я попрощаюсь с этим городишком. Так, и что, куда нам идти? Свет можешь включить? Свет включим. А что, Джилл, это можно закрыть. Это взять, это закрыть. Нам тут важен геймплей. Ну, блин, прикольно на самом деле. То есть, это совсем другой геймплей, нежели в оригинале. Но очень красиво это быстрее. Опять вода, что ли, течет? Да. Давай, закрывай уже быстрее этот кран и приступим к самому геймплею. Красиво был персонаж. Я знаю, очень есть много модов, где ее догола раздевают, и ты голой ей играешь. Я знаю, есть такие моды. Кто играл, напишите обязательно комментарий. Я прочту. Мне интересно, кто такой мод ставил себе. Ну, понятно, на консолях нельзя поставить, только можно поставить на ПК. А, так, куда нам идти? Вот, ты посмотри, красиво, даже холодильник можно открыть. Кто еще? Так, где там у нас? Где у нас телефон-то? А, вон он. Тут только пешком ходить. Давай. Алло, да, мы это пропустим. Да. Что за чертовщина? Да. То есть уже началось, вот как раз таки. Ух ты, что это? Кто это? А, это уже Немезис. Уже здесь, что ли? Серьезно? Да он снесет эту стену.
Если что, ребят, кто не в курсе, здесь главный враг вообще в этой части это Немезис, или Немезис, как правильно называете. Он, получается, гоняется за то подразделение такое Старс. Вот как раз таки мы в нем были, и он за нами гоняется, он должен их как бы уничтожить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, это он. Ползи, ползи, ползи. Ой-ой-ой. Ну, тут он, кстати, выглядит прям вообще шикарно по сравнению с оригинальной версией игры. Красота. Ползи, ползи, ползи. Жесть. Не, конечно, оригинал вообще очень-очень сильно отличается от данной версии. Очень сильно, да быстрее, аж вылетел. Вибрация, прикол. Блин. Ну, прикольно, прикольно. Там ты начинаешь в каком-то переулке, с магазина стреляешь с автомата. В общем, прикольно. А здесь как-то, блин, экшон прям с самого начала, прям такой сильный. То есть тебе дают понять, что твой главный враг это вот как раз-таки этот Немезис, или Немезис, как хотите, так и называйте. Ой-ой-ой-ой-ой, беги, 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 беги. А чё не бежит-то? Может, ты еще медленнее будешь бежать? Давай, давай, давай. Ой, хорошо. Вообще ненормальный псих. А, все, он не пробьет уже, получается, не сможет. Красота. Да. Оружие можем мне получить какое-нибудь? Да, смотри, как красивое отражение тени. Прям очень красота. Блин. Джилл, сюда. Побежали, побежали. Брэд? Ты в порядке? Что за тварь? Понятия не имею. Но у нее, похоже, зуб на, на двух последних Старс в городе, тебя и меня. Я же говорю Старс, как я говорил. Отсюда я валю. Ты только посмотри вокруг, чем дольше будем тянуть, тем сильнее завязем. Пошли, пошли, давай. Да, перчатка висит у него на этом... На джинсах или на штанах, что это такое у него. И она трясется. Ну, блин, прикольно. Как красиво. Ну, город здесь выполнен, ну, прям сногсшибательно по сравнению с оригиналом. Почему сравнивать с оригиналом? Ну, потому что, блин, это оттуда сделана игра. Класс. Ой-ой-ой-ой-ой, беги. Беги, дружочек. Да, зомбаки повалили. Класс. Очень красиво. Графон, конечно, здесь. А представляете, сюда еще добавят рейтрейсинг, повысит разрешение. Просто будет не игра, а конфетка. А это пропустим? Прости, Брэд. Ну, понятно, вот там все, ему как бы смерть. Это понятно, тоже зомбак. Уже, скорее всего, да, пистолет? Спасибо. Да. Попер. Да. Че, убьем его? Кстати, автонаведение здесь есть, то есть в самом легком режиме здесь авто... Нет, все, пойдем отсюда, надо бежать. Мы их в любом случае не перестреляем, у нас два патрона осталось. Ой, как красиво, давай, 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 вперед, вперед, вперед. Красиво. Мне прям так нравится, как это все здесь смотрится, блин. Просто я люблю больше в третью часть, нежели вторую. И вы там на крышу парковки. Парковки, ясно. Вот, как раз таки этот момент. Отсюда и начинается игра в оригинальной версии. Да, как раз таки он сейчас прячется туда. Он не захочет выходить. Потом он станет зомби. Ну, я думаю, все уже играли. Да. Но он сейчас закроется. Он сейчас закроется. Да. Я помню это, помню. Ну, парковка здесь, конечно, не парковка, а вот именно вот это складское помещение, оно прям вообще бомбезно выглядит. Да, здесь патроны лежат, это я все помню. О, кстати, у нас автомат есть. А чем мы автомат-то не поставим? Подожди. Выбрать. В смысле? Почему его поставить-то не могу? Быстрый доступ. Назначить. Все. Там же показано было, что мы с автомата начинаем. Давайте. Вот, да, 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 как раз таки это место. Собаки-зомби также, да, да, да. Все то же самое. Но здесь прям намного красивее это все выполнено как-то, по-другому даже.
Ну, класс, класс. Мне нравится, очень нравится. Так как я фанат оригинальной серии, это прям вообще мне зашло. Красиво. Так, это зомбак, это понятно, мы с автоматом. Ничего страшного. Так, тут тоже зомби валяется. Нам сюда? Нам сюда, да. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай расстреляем их с автомата. Блин, ну-ка отойдем подальше. Да, и вот этого дружочка тоже убьем. Тут, кстати, хоть и на автонаведение установлено, ну, то есть на легком режиме, но все равно сложно попадать. Сложновато. Ладно, давай. Наверх. Красиво. Ой-ой-ой. Отражение даже есть, вот от лифта видно персонажа главного. Ну, блин, красиво. Представляете, что здесь будет, когда патч завезут? Рейтрейсинг. Там 2К разрешения. Это же будет бомба просто, а не игра. Я жду, очень жду. Также и должны добавить рейтрейсинг и поднять разрешение в Resident Evil 7 Biohazard, который. В него тоже должны добавить, ну посмотрим. Ну, в эти две игры точно добавят. Во вторую Resident Evil ремейк и третий ремейк также добавят рейтрейсинг. Повысят разрешение. А вот насчет Resident Evil 7 я не знаю. Ну, я думаю, тоже будет. Ой, я даже знаю, кто это. Это не Nemesis сделал. Ой, как. Экшен такой прям. Да. Простите. Давай, давай. Давай, 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 заводи, заводи, заводи. Такого там не было. Там вообще ничего такого не было. Ты все время сражаешься с ним чисто руками. Ну, то есть, с оружием. Ой-ой-ой-ой-ой. Удерживайте. Чтобы газ давить. И куда его, интересно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это экшен, конечно. Вот это да. Вылазь давай быстрее, пока он тебя не съел. Но он не ест, он просто убивает. Да, смотри. А ему пофиг, его даже не поломало, ничего ему не случилось с ним. Класс. Ну, если честно, в оригинальном там тоже его просто убиваешь, он каждый раз воскресает и перезагружается, грубо говоря, приходит, опять тебе ему дохает. Но в итоге ты его все равно убиваешь. Ой, взрыв какой. Вот он, вот его настоящее лицо, какое должно быть. Ну, упади хоть раз, ну. Не упадешь, нет? Эй, урод. Ну, озвучка немножко не такая, как этот, оригинальная. Представляешь, он обратно отправил снаряд. Бам, класс. Класс. Красиво. Вообще красиво. Эй, полегче, девушка, я помогу. Кто вы? Что вы делаете? Меня зовут Карлос, и я вас спасаю. Идем, я отведу вас в безопасное место. Да, ну он так вот типа перезагружается, потом встает и опять идет, мудохает. Безопасное место, кто не знает, это будет у нас полицейский участок, я думаю. Давай пропустим это. Пропустим, да. Идите за Карлосом. Да. Какой придурок их закрыл? Прости, придется в обход. Тебе что известно об этом монстре? Ничего, никогда еще такого не видел. Но это не зомби, он знает, чего хочет, и не остановится, пока это не получит. Разве тебе не нравятся такие мужчины? Нет уж, спасибо, он весь твой. Поверь, ты попала в надежные руки. Я с корпорацией Umbrella, отдел противодействия биологическим угрозам, сокращенно УБС. Ты шутишь? Шутишь, черт тебя побери. Это все случилось из-за вас? Стой, 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 о чем это ты? Доверять мне не обязательно, но я иду в убежище. Ты со мной? Убежище, если что, у них это, если я правильно помню, поезд. Поезд у них вроде бы. Да, 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 да. Вот он как раз таки есть. Это я помню. Но здесь он немного по-другому расположен, нежели в оригинальной версии. Ну, в общем, вам нужно сначала оригинал поиграть, чтобы проходить эту часть, чтобы вы хотя бы знали, о чем игра и вообще. Эй, капитан, это красотке не помешала бы наша помощь.
Ну посмотрите, как красиво выглядят лица. Просто персонажи как выглядят. Это просто шок. Класс просто. Давайте это пропустим. Так, перво-наперво тебе нужно экипироваться. Поднимайся на улице, ты там найдешь припасы. Ладно. Все. А он что достанет? Аптечку мне даст? Хилку? Да, отлично. А, не меня, я понял. Все. Все. То есть мне сюда. Я помню, когда я играл в оригинальную версию, оригинальную часть, вот эту Resident Evil 3, там просто-напросто столько раз попадаются вот эти вот скримеры, что не пересчитать, вот серьезно. А, мне не сюда? Куда мне тогда? Погоди, а куда мне? В смысле, если сюда дверь открыта, куда мне дальше идти? Что-то немножечко непонятно. Так, сюда. И мне, может быть, в другую сторону? Да, в другую сторону, да. Просто потом, почему-то открыто так. Это у нас порог. Это понятно, из чего делать, что делать, как делать. Патроны для штурмовой винтовки как раз таки, вот, которые у нас сейчас в руках. И вроде бы все. А нет, вот еще патроны, еще штурмовой винтовки. Да, зачем столько патронов? Я не понимаю. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Resident Evil 3 Remake на Xbox Series S при разрешении Full HD и 60 кадров в секунду. Отзывчивое управление, красивая картинка, вообще вопросов никаких нет. Ждем патч под рейтрейсинг и повышение как раз таки разрешения. Посмотрим, что будет там. Ну а если тебе понравилось данное видео, то можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и конечно же написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Discord, подписаться на мой Instagram и вступить в группу Telegram. Все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся.